Это была бы идеальная работа, если бы не эта злобная, чокнутая стерва. Боже мой! Прости меня. Какая неловкая. Придется срезать немного жиру. Срезать жир? Что значит срезать жиру? Ты должен уволить жирных людей. Можешь начать с пышки, Марч. Марч, ты что? Мечтаешь убить своего босса? Учись у профессионала. Несносные боссы. Смотрите на BTV KZ.